Татьяна Шацких. Азбука в загадках. Часть первая. Море теплое вокруг, мы купались в нем, и вдруг всех друзей как ветром сдуло. К пляжу подплыла акула. Вышел пруд из берегов, распугав всех рыбаков. В воду прыгнул и плывет неуклюжий он всегда злодей, нападает на людей и в козлятах знает толк. Ненасытный серый волк. Шли птенцы к реке гуськом, я встречал их босиком, а теперь сижу и злюсь. Ущипнул за пятку